А вы отказываете европейским странам в искренности их стремления предотвратить человеческие жертвы в Сирии? Европейские страны? Да. Страны Саргази и Берлускони? Да. Страны этих жуликов? Страны этих крестовых походов? Страны, у которых на уме только одно, чтобы набить чистоганом деньги? Это подлые демократии, лживые. Они в наших глазах уничтожили две страны. То есть мы хотя бы о своих сиротах заботимся, а эти только о чем? О том, чтобы уничтожить несчастных, бедных людей, в том числе и русских. Разве не знаете это? Аланд просыпается утром. Вы же находитесь под бременем западного ига. Посмотрите, как надо быть такая печальная, возможно, слезы. Я понимаю, что во всем я же виновата вот эта старая англосаксонская. Я понимаю.